Распитие спиртных напитков в общественных местах строго запрещено. Это факт. Однако не все жители нашего города добросовестно относятся к соблюдению данного правила. Наоборот, некоторые из них не против приложиться к стакану, чтобы поднять себе настроение, и место, выбранное для этого, не имеет принципиального значения. С целью предотвращения административных правонарушений сотрудниками УВД проводится акция «Трезвый двор», направленная на их выявление и профилактику. На территории города проходит профилактическая акция «Трезвый двор». Данное мероприятие направлено на профилактику правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, а также семейного неблагополучия. Правоохранители совместно с представителями молодежных отрядов правопорядка патрулируют дворовые территории города. Помимо дворов, милиционеры мониторят обстановку вблизи объектов торговли, реализующих спиртные напитки. Ведь именно возле таких мест любят собираться лица, злоупотребляющие спиртным и склонные к нарушению законодательства. В ходе проведения подобных мероприятий нередко устанавливаются граждане, которые находятся в розыске. Пресекаются факты нарушения антиалкогольного законодательства, предупреждается преступление и правонарушение. С гражданами проводится индивидуальная профилактическая работа, акцентируется внимание на недопущение нарушений законодательства Республики Беларусь. Предупреждение и пресечение административных правонарушений — задача не из легких. Кроме милиционеров патрульно-постовой службы, в акции приняли участие члены молодежного отряда охраны правопорядка «ЩИТ», которые оказывали помощь в процессе задержания правонарушителей. Патрульно-постовая служба – это служба, которая первая выбывает на все преступления, заявления непосредственно. От нашей службы зависит, может в частности зависеть чья-то жизнь, потому что от нашей скорости, мобильности зависит многое. Бывают случаи, когда человеку угрожает опасность, и зависит от того, насколько быстро мы прибудем на данное место совершения преступления, зависит его жизнь. Сегодня в рамках акции «Трезвый двор» был проведен рейд молодежного отряда охраны правопорядка «ЩИТ» и патрульно-постовой службы по выявлению распития алкогольных напитков и курения в общественных местах. Отряд МОП непосредственно помогает сотрудникам милиции при задержании и предотвращении каких-либо аварийных или противозаконных деяний, и сразу по команде офицера мы начинаем действовать и оказываем им содействие в задержании. Когда мы, допустим, приезжаем на вызов, сотрудники милиции нам говорят: помогите нам задержать или окажите нам содействие, и мы вместе с ними задерживаем преступника, ведем его в патрульную машину и завозим в опорный пункт задержания. В процессе патрулирования сотрудниками милиции был задержан мужчина, который якобы украл в магазине 100 грамм водки. Сам обвиняемый свою вину отрицает и ссылается на то, что была допущена ошибка. Меня остановил охранник. Водка в пакете. Что? Я говорю, я на кассу ложил все. А что, она не пробилась по чеку? Как она там пробивала? Я не виноват. Ошибка это или нет? И есть ли здесь вина задержанного? В каждом из этих вопросов еще предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. Однако не стоит забывать о том, что алкоголь – это яд, который несет угрозу не только для одного человека, но и для всего общества. Поэтому очень важно соблюдать правила и не распивать спиртные напитки в общественных местах.